Пуфистик, ты где? Ну, ё-моё, походу Пуфистик удрал. О, видак. Значит, где-то здесь кассетку заныкали. Касситоус, я ж тебя найду. Вот если хочешь кого-то заставить работать бесплатно, заныкай какую-то важную вещь. Кассета, Машу жвать, куда вы ее сунули? Я нашел. Кукиш, фигу с маслом. Нифига я не нашел, поэтому мы отсюда сваливаем. Ух ты. Ого. Вот эту штуку давай заберем. На аккумулятор похожи. А это пультик. Красный, синий, желтый, зеленый. Рука синяя, красная. Красные кружки, плакаты, ваги, хаги. А это означает, что мы с тобой играем в Poppy Playtime. Poppy, получи по жопе. Мы продолжаем. Приветище. Еще одна такая штучка. А здесь не оторвана ручка. Вот эта штучка, не оторванная ручка. О, да. Сколько же здесь игрушек у меня за все детство, столько не было. Зеленое свечение. Я видел зеленое свечение. Где-то зеленое свечение. Ага, вот ты где. Так, три штуки собрал. Еще нужно одну. Где ты можешь быть? Я же все равно тебя найду. Повторяюсь, кажется, да? Где-то я уже эту фразочку говорил, а потом поднимался наверх по лестнице и говорил «Кукиш, фигиш с маслом». Я нашел, но не все, что нужно. Значит, вставляем все, что у меня есть, все, что имеется. Получается, желтенькой нет у нас, да? Ну, ничего страшного. Так, а можно я перепрыгну? Твою ж кузькину-муськину, почему мне нельзя этого сделать? Эй, ты! Да-да-да, вот ты, именно ты. Вот ты, вот который лежит там, да, вот иди сюда, иди ко мне. Иди сюда, ты мне очень нужен. Мне нужно, чтобы ты меня подсадила, картоночка. Я, когда бежал сюда, я уже знал, что именно тебя возьму. Я вот прям чувствовал, что ты мне поможешь. Давай, поднимайся наверх. Сейчас, если Ваги-Хаги здесь появится, этот пушистый уродец, он увидит, что коробка поднимается по лестнице и просто обозрется от страху. Скажет, да ну нафиг такие игрища, я сваливаю. Еле дотарабанил этот картон, вроде пустой, но такой тяжелый. Да вы издеваетесь. Ну почему я не могу туда запрыгнуть? А я нашел еще один светящийся этот блочок. Только вот не знаю, как его достать, может с другой стороны. Уф, все в сборе, ништячок. Как долго мы вместе ждали момент. Что же произойдет сейчас? Я даже не замечал, что там есть коробка с рукой. Вот это да. Клешня, кстати, как из игрового автомата, когда игрушки достаешь. Вот мне и досталась рука. Мой приз, мой главный приз, красная ручечка. О, ништяк, она разбилась. Красная ручка, мне тебе так не хватало. Ну все, всем хана. Я теперь могу давать и пятюню, и десятюню. Экзоскелет в сборе, я теперь как настоящий человек с двумя руками. Не настоящими руками. Ое, дверки открылись, сейчас мы узнаем. Так, дружище, пойдем со мной, а то мне одному страшно, он не поет. Я где-то кубик свой профукал, своего друга на лучшего. Как он меня, надеюсь, простит. Так, значит, ладно, слезы врозь. Сберись, тряпка, поехали. Вот-то. Хорошо, что я не влетел в дверь, а то мои мозги растеклись по ней. Куда нам? Я тут сосок нашел. Вон, видишь, красная кнопка какая-то торчащая. Рука прилипла. Сюда. Это куда? Сюда, что ли? Туда никак. Куда нам? А, подожди. Нифига себе. Это я так быстро с горочки скатился, что не заметил этот проход. Вот это да. Ладно, пойдем поглядим, что тут. Катушечка. Короче, тут вообще все изи, я же электрик от бога. Смотри, вон там наш сосок, здесь еще один сосок электрический. Его, короче, нужно обмотать об катушечку. И дальше туда, где я втыкал полтора часа, как попит, блин, долбанный, долбил вот эту штуку. Лах, куда, подожди, куда?
А, ну ладно. Так можно. Я себя царем чувствую. Меня куда-то везут, а я стою. Нормас, чё? Всегда бы так в жизни катали меня. Но не по конвейеру, лучше на тачке. Опа-на. Эу! Тут царь едет, а вы на меня мусор скидываете, вы шо? Ладно, походу надо радоваться, что тут не помои на меня скидывают, а игрушки сломанные. Меня начинают раздражать классные лампочки. Наконец-то выбрались. Куда это мы прибыли? У меня же самооценка ниже плинтуса упала. Просто из князя в грязи сразу. Вьюх, в помойку. Или это надо сборку, или куда это? Чё, make a friend. Типа, сделай своего друга. Дружочек, я сразу про кубик вспоминаю. Красный кубик. Сейчас будем друга налепить. А можно, можно тебе в рот залезть? Нельзя. Тут еще ржавые рубильники есть, такие крутые. Может, подергать их, что-нибудь произойдет? Не фурычит что-то. Все сломали, негодяй. Придется чинить самому. Тут, кстати, лесенка есть. Пойдем поглядим, что там наверху. О, видик. Розовенький. Черт, я прошлую кассету не нашел, пропустил. Но эту кассету я должен найти. Вот это меня вштырило. А ты гляди, как меня качает. А слышал, как кость хрустнула, как будто чипсинку кто-то сорвал. Надеюсь, я больше не повторю свой ломательный успех. Тут же есть ручка. Крутая штучка, не сломанная ручка. Теперь у меня есть новая песня, чтоб ее. Песня есть, а голоса нет. Значит, смотри, что тут есть. Тут две катушки стоит. Можно сделать рогатку. Загадка оказалась слишком сложной, я запутался. Слушай, а я могу пройти вот по этому краю? Опа-на! У меня тарзанка появилась. Какая рогатка, если есть тарзанка? Прикольно. Но слава богу, я не сломал еще одну свою косточку. Рука, вернись ко мне, ты мне еще нужна. Нашел кассетку. Кассетку, смотри, розовенькая. Вот так вот пробежал и смотрю справа. Вот тут вот кассеточка лежит. Пойдем посмотрим, что там на ней записано. Нифига себе, кассету нашел. Обалдеть просто. Ту не нашел, а эту нашел. Пойду за чашечкой схожу. Тьфу, ты кинца не будет, что ли? Вы что там болтать собираетесь? Короче, это типа радио. Эта головоломка оказалась сильнее моих извилин. Давай проверим длину провода. Мне его хватает, вот прям впритык. Даже чуть-чуть еще остается, вот так. А если обмотать две катушки, то мне не хватает. Ватса, что происходит? Что это за задача? Это, знаешь, из разряда типа отдал 2 рубля, отдал 1 рубль, получил 10 рублей. Классная задача, да, только что придумал. В общем, если я вот так обматываю, сюда подхожу, у меня еще остается чуть-чуть, пару миллиметров, чтобы подключиться. Теперь нужно подумать, как грамотно... смотри, сейчас я вот так вот сделаю, подожди. Сюда иди. Так, если я сейчас, подожди, вот так обматываю, вот так, да, потом делаем... как же сделать-то? Высокоинтеллектуальный монолог интеллектуального человека. Че, неужели мне сейчас хватит? Я это сделал! Щавельный, картавельный. Ё-моё, мешки-вершки. Глядим, куда у нас электричество бежит. Чё, подключит, чё, включит? В кнопку. В центральную панель. Давай спускаться. На тарзаночке, давай сейчас прыгнем вниз. Ёху, кавабун. Сломал ещё одну косточку. Почему? Почему так? Раньше же всё было нормально. Эй. Я ж всё завёл. Вах-вах-вах-вах. Чё так пугать-то? Так громко, но завелось, сейчас друганов будем мутить. Френды, наделаю себе. Ощущаю себя в лаборатории доктора Зло, который будет мутить здесь всякие страшности. Значит, смотри, вот эти вот отходы я загоняю в рот вон тому мишке, который я хотел залезть, ну, в рот которого я хотел залезть, правильно так сказать. Туда уходят вот эти вот части тела, их там сейчас должны вроде как покрасить, собрать. И упаковать. Готовая игрушка подъедет сюда, двери откроются, я пробегу вместе с игрушкой. Первая партия поломанной игрушки едет. Ее уже окрасили. Ничего себе. Я пропустил целый процесс. Там глаза, кишки, ужас. В общем, веселуха. Так, что дальше? Дальше, наверное, сбор будет, да? Сейчас посмотрим, как их соберут. Здесь, оттуда, смотри, выходит уже... Что выходит, я не знаю, сейчас посмотрим. Готовая собранная игруха. Прикольно. Мы котеечку собрали. Мой новый френд. Это котейка.
Что, не надо резать его лазером? Не надо! Зачем вы его разрезали лазерами? За что? Ты целехонький? Он вроде целехонький, его даже не разрезал. Я думал, его на мелкие кубики разрежет. Я чуть не обкакался. Значит, это... Котеечка идет, вроде все хорошо. Сейчас дверки должны открыться, и я пролезу вместе с котейкой. Да? Дверка, открывайся, ты че? К тебе котейка подъехал? Ладно, котеич, иди сюда. Это был план А, а у меня еще есть план Б. Вот сюда что-то нужно положить, надеюсь, что тебя. Оу, щет, заботло! Мам, идем дальше, боже мой. 05-я дверь. Здесь непонятно что. To hell написано. Дверь в ад. А здесь что, свет нет? О-о-о, пуфистик, пуфистик, ты чё такой зубастый? Закрой рот с губёхами, ты милее. Давай обниматься, пуфистик. Ты чё, меня сожрал, что ли? Братюнь, ну так неинтересно вообще. Инновационный скей. Инновационный ключ. Fuck you, science. Да идите вы сами со своими fuck you. Чё, типа всё, что ли? Ну вот, я теперь у него в кишках. Блин, а тут темно, нифига не видно. Надо было фонарик с собой взять.